Устроить ребенка в школу или детский сад – дело времени. А чтобы это время не растягивали надолго, депутатский корпус контролирует возведение социальных объектов в Краснодаре. Сегодня председатель Гордумы Вера Глушко посетила объекты строительства будущих мест учебы и воспитания самого юного поколения горожан. Первым делом проверяющие отправились на стройплощадку 92-й гимназии по улице Пионерская, 38. Здесь возводят новый учебный корпус для начальных классов. Наконец-то началось строительство долгожданной пристройки данной гимназии на 300 мест. Здесь будет также и спортивный зал, столовая и галерея, которая будет соединять старый корпус с новым. Думаю, что с подрядчиком определимся в ускоренном темпе проводить работы, чтобы пристройка была долгожданна к 1 сентября 2020 года. Работа на стройплощадке кипит. Строители уже закончили с демонтажем старых зданий хозпостроек. Сейчас на этом месте уже готовят фундамент для нового трехэтажного здания. Кстати, среди снесенных построек было и бывшее бомбоубежище. Всего же рабочие вывезли порядка 10 тысяч кубических метров строительного мусора. Время занял демонтаж существующих старых строений. Это, соответственно, какое-то произошла оттяжка. Но мы сейчас нагоняем темпами, усиливаем количество рабочих на стройке. И, в общем-то, до конца года все бетонные работы будут закончены, и кровля должна быть. Проверяющие на 92-й гимназии не остановились. Во время объезда председатель Гордумы посетила и детский сад номер 64 по улице Западный обход 22. Стрекозу уже построили и оборудовали, но специалисты обнаружили несколько замечаний, из-за которых в этих стенах пока еще не слышен детский смех. Вера Глушко поручила подрядчику устранить все нарушения до следующей среды. А дальше остается получить лицензию, и стрекоза начнет свой полет вместе с маленькими краснодарцами.